Приветствую всех, с вами Низирамос, и мы продолжаем проходить Террария 1.4, Мастер Мод, Journey's End. Я нахожусь в другом мире, который я создал для искажения, а собственно тут я умудрился сдохнуть. Я отправился сюда, потому что я за кадром побегал по своему ледяному биому. Ну, конечно, я не говорю, что я там прям весь исследовал. Однако я очень хотел найти коньки, мне этого не удавалось. И вот третий сундук буквально. Первый сундук был вот в этом домике. Второй сундук был вот в этой ямке, прямо стоял. И вот третий сундук здесь. И вот они, замечательные коньки, ради которых я сюда и пришел. Так, бомбочку давайте-ка слепим с остальными. Заберем. В этом доме есть еще что-нибудь интересное? Вроде нет. Хорошо. Уходим. Теперь отправляемся в наш настоящий мир. Тут немного я все поизменял. Теперь у меня вот так выглядит мое жилье. О, здорово, ты где? Ага, ты в подвале. Хорошо, начнем с подвала. В подвале я парочку таких домиков построил для подрывника, для управляющего таверны. Я не в курсе, как правильно это слово именно с таверной сосклонять, чтобы назвать его должность по-русски. Поэтому управляющего таверной, назовем его так. Вот, кстати, рожки, которые я ношу, которые я у него покупал, да. Это они. Это обязательно покупаю. Так, вы нафиг идите, пожалуйста, товарищи зелья. В общем, ничего особо прям интересного нет. Ну, в общем, подрывнику я сделал дом в форме такой бомбочки. С помощью краски. А, я оставил в сундуке. В общем, краски от маляра я покрасил дом в черный. Это обои тоже куплены у маляра. Такая бомбочка у него странная, овальная. Ну, а здесь такой типа мини-бар. Специально барные стулья, барные стойки поставил. С выпивкой, закуской. И вот даже этот бочонок для напитков есть. Что-то. Так, кстати говоря, могу я? Ага, я могу этой штукой пользоваться. Прекрасно. Дриада, иди-ка сюда. Я у тебя тоже хочу пилон купить. И по возможности даже поставить где-нибудь здесь было бы неплохо. Ну нет, это, видимо, только если вот в этой части можно поставить. Да, он работает. Ну, а лампу, не знаю. Пускай тогда прямо вот здесь стоит. Так, это что касается NPC. Построил здесь небольшой складик. Не получилось у меня прям особо громадный и так далее, но уже хоть что-то. Лучше, чем было. Так, драгоценные камни уберем. Давайте ледяным зеркалом попользуемся.
Эти сюда поскидываю. Хорошо. Такую стойку для шляп сделал. Мне, правда, казалось, тут три шляпы смогу сделать, потому что сейчас сверху хотел поставить, но только две. Вот эту окаменелость я забрал из пустынного сундука в самом начале летсплея, который вот здесь вот я поставил и нашел ее где-то там. Экстрактинатор. Пускай сюда встанет. Такие самые важные станки. Вот эта вот хреновина, которая здесь стоит, это не сундук. Хотя визуально немного его напоминает. Это раковина, в которой можно воду набирать. И что я хотел сделать? Правильно, я хотел сделать Frostpark Boots. И сделать их Terraspark Boots. Сочетают свойства обоих вот этих ботинок. Да ладно. Прямо сразу идеальная зачарка выпала. Просто вот идеально. Даже не нужно будет их перетачивать вообще мне. Еще я хотел подкову с шариком смешать. Давайте ее тоже сделаем. Разумеется, тоже объединяет эффекты подковы и шарика. Без минусов, насколько мне известно. Таким образом, я освободил себе немного места в аксессуарах. Так, этот крюк мне вообще нужен нечасто. Так, ты сюда идешь. Кстати, зелье. Зелье убираем в сундучок. Вот, кстати, шарфик надеваем свой, червячный. И, пожалуй, пока... Так, гоблин, кстати. Ты как? Давайте сегодня посмотрим. Так, гоблин живет во временной такой комнатушке. Но, в принципе, ему тут более-менее норм. Так, 5 золотых не подходит. Тебя. Ну, ладно, мне все равно другого выбора нет. Он будет на скорость атаки. Здесь я немножечко себе сделал комнатку для рыбалки. Кстати, давайте вот эти штуки заберем, сразу вскроем потом. И пока я тут рыбачу, тут постоянно толпа этих вот так налетает со всех сторон. Ну, точнее, с этой стороны одной почему-то. Вот с этой стороны они не летят. И я просто вот так вот их импа призываю. И гашу его. Здесь вот моя первая могилка от червя. Я их специально оставил так, на память. Туннельчик защитил стеной. Ну, теоретически защитил от спауна мобов. И здесь мне с двух мобов выпали Shadow... Ну, два элемента брони. Причем шлема, по-моему, мне два выпало. Я один на складе оставил. Ну, потому что зачем мне два? За кадром я еще чуть-чуть червя поубивал. Чуть-чуть он меня поубивал. Хорошо. Вот, кстати, второй шлем выпал. Я его как отметку, что здесь броня будет лежать. В смысле, ты что, ко мне пришел? Червь, одумайся, ты чё? Странный товарищ. Так, Снэтчер, давай. Ну, кстати, это Снэтчер, это не Мэйнитер. Обычно тут Мэйнитеры водятся. Ну, здесь особо ничего не поменялось, вот в этой части. О, кстати, черви.
Червей надо забрать. Только разве что... Здесь поменялось, здесь появились такие столбики. И этот столбик ведет к алтарю. Вот алтарь. Я вообще нашел вот этот алтарь, как самый ближний. То есть я к нему спустился, а посмотрел, что он на 110 уровне. А я... В смысле... А, вот да, видите, 110. 110 футов под землей или в чем он там измеряется. Вот я к этому шел, а оказалось, вот по пути, пока я туннель долбился, ровно на этом же уровне попался второй алтарь. Так что, мне даже так далеко идти не пришлось. Теперь у меня есть в таком абстрактно доступном варианте алтарь. Необходимости. Здесь я хотел сделать фермочку растений. Начал все здесь долбить. А оказалось, что я под пустыней своей нахожусь. И вот этот столбик я просто весь опустил сюда. А тут потом все факелы посносил еще. Кстати, а что с картой? Не знаю. В общем, я даже здесь сделал слив, чтобы лишняя вода утекала. В итоге я понял, что здесь то строение, которое я хотел, не поместится, поэтому я пока не решил, что здесь делать. Поэтому тут пока просто все вот в таком виде осталось. Так, давайте вернемся назад. У меня тут еще, кстати, коробки были. Открываем. Да, вот с этой коробки, конечно, не повезло. Выпал Болох Хёрд. Они, конечно, теперь имеют некоторую другую механику, чем раньше. Но, тем не менее, я бы не сказал, что это прямо самое топовое оружие в мире. Потому что это не так очевидно. Зелье. Так, такие зелья сразу выкидываю, потому что они мне не то чтобы особо нужны. Квикс, так, уберем бомбочки. Еще я фейк поймал. Где-то недалеко от пляжа. Вот здесь вот два бревна лежат. Вот, возле них три фейки было. Одну я превратил, ну, так, в баночку посадил. Кстати, можно же ее вот сюда вот посадить. Да, она никак не мешается. Ну, в общем, это примерно то, чем я занимался за кадром. Вот здесь побольше побродил. Было не так много исследовано. Конечно, я понимаю, опять же, что я тут вот здесь вот еще не исследовал. Но я решил попытать удачу в другом мире. И оно сработало. Так что, в принципе, ничего особо страшного. Так, древние кобальтовые леггинсы. Эти сундуки я не переводил отсюда. В общем, как-то так, да. Так, у меня какой-то там шум за окном. Я просто пытался понять, что происходит. Там какие-то собаки гавкают. Сначала подумал, что там кто-то орёт на всю улицу. Еще одного... Червя побил. Как я уже говорил, он меня тоже побил.
Ничего интересного с него не выпало. Еще одного слизня убил, потому что еще один дождь начался, но второй дождь я не стал показывать в серию. Угу. Хорошо. Это тоже хорошо. Можно надеть маску слизня. Но делать я этого не буду. Давайте со слизнем побегаем. Кстати, крюк до какой длины? Он такой более-менее короткий, конечно, вот только до костра. А вот этот... Он на два вот этих больших сегмента больше. У него длина, но... Этот крюк имеет... Да, хоть он короче, но у него три веточки. Поэтому он мне больше нравится. Я давно могу сделать уже крюк джунглей. Он еще лучше, по-моему, даже. Давайте, кстати, попробуем. Если я найду, где он у меня находится. Лоза здесь. А где у меня находится... Так, я не помню, шипы там нужны или нет. Я помню, споры джунглей там нужны. А вот где у меня споры джунглей, я не помню. Я, по-моему, их даже не сортировал. Потому что, как куда я их мог запихнуть? Так, давайте посмотрим сундуки, которые у нас не сортированные. Может быть, я сейчас быстренько найду их. Так, тут я их не вижу. И тут я их не вижу. Можно, кстати, вот это всякое отправить на сортировку. А здесь? Здесь тоже нет. Можно забрать сразу все, что влезает. А, вот, кстати, этот железный шлем, который мне выпал с какого-то моба. В общем, да. Потихонечку сортировка налаживается. Давайте сюда уберем. Это пока сюда. Так, вообще, эти лозы это тоже дроп с мобов, так что пускай туда идет. Так, наживку сюда. Цветочек. Сюда. Здесь мне пришлось сделать яму, потому что фейс-монстры умеют открывать даже такие ворота. Я не очень этому доволен, конечно. Я хочу еще посмотреть, что у товарища рыбака за задание. Тропическая барракуда. Плюс один квест. Хорошо. Вот таким образом мы получили в этой серии хороший артефакт, который я буду до конца игры использовать явно. Кстати, у него такие красивые эффекты стали, зелененькие от полета. Это я немножко звезд решил тоже пособирать.
И что у меня на очереди? У меня, кстати, монеты хоть немножечко есть. Я думаю, сейчас, когда день наступит, я отправлюсь к управляющему таверной и попробую запустить... А вот и день. Попробую запустить ивент, если у меня, конечно, денег хватит. Хотя я продам Solidifier, Fire, должно хватить. Да, Solidifier продам. Отлично. Я ни разу его, разумеется, в этом мире не запускал. Я не знаю, как оно будет. Знаю, что в принципе его, этот ивент реально одолеть до хардмода. Ну, первую, естественно, фазу. Так, кирпичики идите-ка сюда. Так, стоп, а нафига мне сюда? Мне к торговцу нужно... Стрелы хочу купить. А то у меня мало стрел. Ну, конечно, 337 штук. Вполне неплохо, но... Хочется побольше иметь. Давайте, кстати, опять же для разнообразия музыку изменим. Нет, товарищ. Так, эти стрелы бери. А мне, да, еще. И даже еще, чтобы я не испытывал необходимости их чаще покупать. Хорошо. Имп есть. А, баф есть. Так, давайте попробуем. Стоп. Где мой посох? Вот. Посох баллист. Он мне понадобится нередко. Так, костер у меня есть. Давай сюда лампу повесим. И запускаем. Ну, первые мобы, естественно, хиленькие. Вообще, как говорится, ни о чем. Кстати, эта музыка тоже изменена, что ли? Давайте защищать более-менее одну сторону. Ну, кстати, имп идеально так прожигает насквозь. Нет, что вот эта музыка изменяется, я как-то даже не знал. Так, допустим. Ладно, давайте с этой стороны. Не. Все, я начну центр укреплять. Чтобы товарищи виверны получали по лицу. Если они решат на меня напасть. Так, этот мне не нужен сейчас артефакт. Я лучше усилю пчел. По крайней мере, теоретически. Так, стоп, надо эту сторону посмотреть срочно. Ну, две баллисты, в принципе. Хорошо справляются.
Так, перевешиваю тучу. И посмотрим. Эти копьеметатели сами по себе не особо опасные. Они просто достаточно больно бьют. Так, давайте насквозь на всех попробиваем. Прекрасно. 18 маны есть. О, первая медалька есть. Осталось две волны, насколько я помню. Так, туча. Укрепляем центр. Так, туча. Дубль 2. Вот и виверны пошли. Можно вот по этим следить. Если баллисты начинают отклоняться вверх куда-то, значит идет виверна. И можно ее на себя вот так сагрить. Можно, кстати, вот так поставить, чтобы взад она настреливала всем. Возможно, даже будет замечательно заходить и по вивернам. А, туча, туча, туча. Вот это вас тут уже прет, господа. Так, пока с той стороны никто не прет. А, там какой-то колдун идет. Колдун колдует колдунство. Так, ну, в общем, я быстро разваливаю этого колдуна. Так, не надо этого делать. Да, мне кажется, мы сейчас колдуна заколдуним. Хм, действительно. Смотрите-ка. С первой попытки. Получили 5 медалек. Кстати, а как вариант вообще сразу все ставить относительно близко к центру. И тогда вообще никаких проблем не будет. Вся мана будет ближе собираться. Хотя вот так сзади бы тоже не помешало, чтобы по всем настреливал. А, и с этой стороны уже все, да? А, я тучу забыл повесить. Ну, мне нравится, как мы успешно прошли с первого раза. Ух, пускай самую слабую версию, но все-таки этого ивента. Ведь учитывая, что я еще даже скелетрона не победил, у меня в данже не был. И адские сундуки не повскрывал.
Так, давайте вот на вот этот сундук поставим тоже. А уже волна, все, да? Давай, имп, жги. Жги напалмом, как говорится. Десяточка. Ставим не в упор, чтобы больше расстояния было среагировать у них. Но, тем не менее, относительно близко. О. Да тебя бомбит, дружище. Ну, кстати, какой? А, это зачарованный. Тоже нормально зачарован. Мне баллисту надо заточить бы. Вот что не помешало бы вот совсем. Стоп, я забыл про эту сторону. А, ну здесь норм. Здесь вообще никто не, близко не прошел. Даже толстопузая. Все, уже ставим ближе к центру. Тут находим. О, аж на два. На две баллисты уже хватит. Так, вот так их не поставлю. Еда у меня, конечно, сейчас закончится. Ох ты ж! Подлая штука. Нафига я так затупил-то? Так, всех пробивай. Так, в этот раз я что-то... Офигово. Мне может не хватить здоровья. Аппарата на то, чтобы затащить, я слишком много слил на этапе подготовки. То есть я вот здесь слишком зачем-то стоял у одного края. Так, сразу поставлю туда, чтобы по возможности там побольше виверн огребала. Все, я стою здесь, принимаю виверниев. Потому что я смогу пройти ивент, только если я защищу от всех виверн. Алтарь. Ну, заодно пока есть передышка, о котором мне сообщают баллисты, смотрящие впрямо. Я стреляю по колдуну, который колдует колдунство. Стоп, 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 блин. В смысле? Не, сейчас не прошел. Да. Я еще и сам сдох. Ладно. Возможно, из-за того, что у меня баф кончился. Хотя, конечно, из-за одного бафа настолько уж жестко вряд ли бы меня стали прессовать. Кстати, Archery Potion. Вот он там пригодится. Сейчас я схожу к управляющему таверной. Да, я долго буду привыкать, что я могу телепортироваться.
А, кстати, да, я ж теперь могу ставить баллисту, когда захочу. Потому что я ивента прошел. Так что теперь мне будет несколько проще. Я не знаю. Так, я же могу телепортироваться, надо привыкать. О, нормально. Прокачали. Так, 11 плюс 11% урона. Да ты издеваешься, да? Нафига ты мне столько мусора вчариваешь? Так, давайте я вот этот сундук вскрою. Что я из него получил? Ничего особо интересного. Так, это я... Главное, я монет получил. Я хочу баллисту нормальную. Ну ладно, это... Сойдет. Вот эту ауру, насколько я знаю, хорошо ставить прямо вот в самом-самом-самом начале. Ну, то есть буквально на портал ее ставить, чтобы всех, просто абсолютно всех жахало, как только возможно. Это мне не нужны зелья. Гель, конечно, вообще дико дешевый. Да, что я этому хрену продаю? Я же могу сходить к Дриаде, например, продать. У нее цены получше, потому что она довольна тем, где я ее поселил, назовем это так. Бомбочки ставим. Так, зелье есть. Скидываем большую часть того, что я понабирал с сундуков. Артефакт сюда. А сундук сюда. Древесина сюда. Взрывчатку сюда. А эту я не знаю, куда ее пока категоризировать. Если такое слово вообще можно сказать. Поэтому пока вот туда поставлю просто. А что, пускай стоит. И теперь посмотрим, насколько эффективно или неэффективно будет вот это оружие. Она очень слаба, но, как я понимаю, очень, просто мега часто должна бить. Поэтому я вот так вот ее ставлю. Не, ну нормально, в принципе. Учитывая, что она одна, вот, самым первым гоблином по половине сносят. Хотя как-то не учел, что темнота и сейчас не так хорошо видно все будет. Все? Так, ставим эту штуку сюда. Сразу баллисту, чтобы она настреливала взад. Там тоже одну баллисту, которая будет настреливать взад. Я, кстати говоря, не бафнулся.
И насколько мне известно, не будет сочетаться эффект этих двух оружий. Ой, если две башни вот этих поставить. Хм. А тут они почти сами все забили, да? Так, вот сюда. Это пока что облако. До Виверна вообще никаких даже мыслей о проблемах быть не может. Я даже костер поставить не могу. Думал костер поставить чисто для освещения. Так, где поставить? Допустим, вот так еще поставлю. Так, баллисту, чтобы она мне отмечала, когда враги идут. Баллисту, чтобы она мне отмечала, когда враги идут с другой стороны. В смысле? Еще верно? Ага, она завершена. И осталась последняя волна. Так, две баллисты по бокам поставим. Поставим тучу. И не будем стоять как неумный человек в другом конце локации. Внимательно следим за баллистами. Ага, в эту сторону. И в эту. Да вы чё? Воу, ты чё? Колдун колдует колдунство, продолжает. Замечательно. Наколдовался колдун своего колдунства. Ауч! Меня чуть не сбили. Яйцо дракона. Такой дракоша будет летать. У меня еще есть два этих. Такая тактика, мне кажется, даже получше смотрится. А, очень обязательно было меня кусать. Тут посветлело, это хорошо. В смысле, еще кто-то живой? Ну, видимо, уже нет.
ставим ловушку сюда. Ставим тученцу сюда. И ждем. А, в смысле? Хорошо, у меня тут теперь есть две баллисты, настреливающие всем взад. Осталось тут две баллисты наплодить. Так, тучу забыл. Хоть она пока что и есть, но не помешает. Я надеюсь выбить с этого мага. А хотя я не уверен, можно ли с него выбить этого другое яйцо декоративного существа, который на самом деле не декоративный, а световой будет. Его было бы в идеале выбить, конечно. Воу. Мне нужно обязательно поставить еще вот эту сюда. Так, сейчас уже пойдет... Блин, точно, сейчас же пойдет... Эта штука уже. Виверниум. По сути, мне достаточно одного прямого попадания в виверну, чтобы она закончилась. Потому что если я ее не добью просто выстрелом, она закончится от моих пчелок. Ну и от импа еще, тем более. Так, там все. Ага. В смысле? Даже баллиста согрелась. Хорошо. Ставим сюда. И мне хватает как раз на две с этой стороны. Ты чё, офигел? Виверниум. Так, летит, летит, летит. Больше не летит. Летит, летит, летит. Вот что. Что ты за не человек такой? Так, а вы чё? Подлечились-то? В смысле? Ладно, проиграли. Я чё-то не обратил внимания, что я сдох. Ну да. Ладно, сам виноват. Вообще не смотрел за здоровьем. Так, ну от монеток моих, разумеется, ничего не осталось. В смысле, этой штуке так мало места надо? Нет.
как? Эта могилка встала на... Оригинально. Ну, в общем, как-то так. Это баннеры чисто декоративные, они эффекта никакого не дают. Как видите, даже в бафах они не появились. В общем, на этом я буду заканчивать данную серию. Пару раз успешно прошли, пару раз провалили. Ну, в обычном бою... Вот эту я не представляю, где можно использовать. А, ну на нашествие гоблинов, кстати говоря. Будет неплохо себя демонстрировать, мне так кажется. На этом давайте заканчивать данную серию. Я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии, кому есть что сказать. И до новых встреч. Уже в следующих сериях. Всем пока!